Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет небольшое соревнование. Мы будем делать подтягивания, потом отжимания на брусьях и отжимания от пола с перерывом в 30 секунд и будем складывать результаты. Соответственно, наибольший результат просто выиграет. Поехали! Так, разыгрываем на камс 3. Кто первый начинает? Погнали! Давайте три раза, да? Давайте. Раз, давай. Два, три. Раз, два, три. Я. Сейчас я первый делаю? Делаем со строгой техникой. Повторяем за мной, ребят. Не забывай считать. Раз. 16. Засекаю 30 секунд отдых. Сколько? 31. Сколько? 30? Ну, что у нас получается? Саня, 16, 31, 30. Хорошие результаты. Теперь я. Артур первый делает, точнее, делает подтягивание, первое упражнение. Строго техника набивает. Двадцать пять, отлично. Двадцать четыре, ну хорошо. Фу. Отдых и последнее упражнение. На самом деле очень полезно. Вот встряхни руки, пока есть время. Так, Дима приступает теперь. На полную. Сколько? 19. Без первых двух, да? Ну, 17. Первые два там вообще не на полной были. Вряд ли. Нет, за что? 25. На полную тоже. Вверху руки выгибай. Нормально.
Давай я даже покажу. Все, ребят, мы закончили наши соревнования. Вот такие у нас результаты. Первое упражнение – это подтягивание. Второе – у нас отжимания на брусьях. Третье – простые отжимания от пола. В итоге я победил с результатом 77 баллов. Второй – Арчи с результатом 71 балл. И третий – Дима с результатом 64 балла. Поздравим Санька. Напишите, что он молодец. Да, в комменты подведу сюда. Красава. Сане не жалко выступить.